Мы помним, мы гордимся. Сегодня Ульяновск присоединился к всероссийской акции «День героев Отечества». Волонтеры Победы вышли на улицы города и области, чтобы еще раз напомнить жителям о земляках, героически вставших на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. У нас есть не только же ветераны, а есть и герои, которые сделали какой-то подвиг, и им была присвоена награда посмертно. Вот. И мы, чтобы люди об этом знали, раздаем треугольнички в виде фронтовых писем, чтобы люди знали про подвиг. И мы выходим именно в места в честь названных героев Отечества. Акция проходит ежегодно, 9 декабря уже в течение 5 лет. В этом году только в Ульяновске раздали около 500 писем треугольников с информацией о выдающихся людях России, внесших весомый вклад в развитие страны. Считаю, что нужны, особенно молодому поколению. Они вообще ничего не знают о войне. Это нужно для воспитания, чтобы дети росли умными, честными, правдивыми. Кроме того, волонтеры рассказали о героях, прославивших страну на мирном поприще, о космонавтах, спортсменах, изобретателях, участниках экспедиции, спасателях МЧС. Всех тех, кем может гордиться современное молодое поколение.